Доброе утро, дорогие друзья. Итак, перед нами целая пустыня, Бамидбар книга. И мы не видим этого своим простым зрением, но в духовном мире все поменялось. Мы находимся в другой системе, и теперь действуют другие силы. Эти силы отличны от того, что было в Вайкре. В Вайкре нам с неба помогали стать лучше, очиститься. Это помогается всегда, но тогда было идеальное время. А сейчас время жизни. Сейчас началось время уже нашего движения в этой пустыне. И все продолжается. Надо видеть мир открытыми глазами. Продолжается война. Сейчас сегодня опять, вот я посмотрел, молодых ребят погибли. Вы знаете, всегда встает вопрос, как это так, что будет, что происходит. Ведь тот мир мы понимаем, но не знаем. Я вам расскажу короткую историю, потому что воскресенье, время Майси. Историю, которая произошла во время операции «Расплавленный свинец», по-моему, 2008 год в Израиле. Она описана у Рава Хейна. В бою в Джабраиле в первый день погиб старшина Двир Эммануилов. Это была первая жертва в этой операции. Перед этим он звонил матери, как раз сказал, что «мама дорогая, я берегу себя, мы заходим в Газу, мы возвращаем уважение и почет Израилю». Все, продолжение боев далее получило печальное известие, что на следующий день буквально погиб Двир, ее сын 22-летний. И через некоторое время были похороны большие, и на похоронах говорили его любимые слова: «мы возвращаем почет и уважение». Итак, прошло некоторое время. В субботу, 6 числа месяца Менахем Ав, это 2 августа 2014 года, это был день рождения Двира, вот этого погибшего, и далее пошла, там, с подругами поговорила, пошла к могиле. Друзья собрались там. Вернулась домой, комната Двира пустая. Муж умер 2 года назад. И она обратилась к Богу. Она говорит: «Боже, мне так тяжело. Дай мне знак, что ты меня слышишь». Все. Опять все. Примерно через две недели. Она идет по улице, остановилась, села где-то на скамеечке и вдруг слышит. Подходит к ней маленький мальчик. И такой золотистый, кудрявый, и говорит: «Пришалом», она говорит: «Шалом. Как тебя зовут?» Она говорит: «Эшли, мальчик, да. Хочешь со мной поиграть?» Спросила женщина. Он говорит: «Да». Она ему дала шарик, они начали играться. Она была очарована этим. И вдруг она слышит голос: «Эшли, пошли, сядешь возле Двира». Ну, на Двир мама сразу среагировала. Смотрит мальчика, видит, сидит отец, который держит на руках маленького младенца. Спрашивает: «Здравствуйте, сколько ему?» «Полгода». «Извините», говорит, «но такое неожиданное слово Двира, как вы назвали своего сына, я не знаю». Он говорит: «Вы знаете, в операции «Литой свинец», которая была, погиб первым воин армии обороны Израиля, которого звали Двир, и мы решили назвать его именем». Женщина не поверила своим словам, она теперь удивилась, она говорит: «Вы знаете, это я, мать Двира». Они начали говорить: «Вы знаете, мы услышали по радио, мы искали вас, не нашли». И молодая женщина произнесла: «Да, вы знаете», говорит, «это ваш Двир, это вам его послали сверху». Женщина говорит: «Я не могла оставаться на месте, я была, мысли путались, в голове все в тумане, я пошла домой». На следующее утро раздался звонок, звонила Шири, маленького, мама Двира, и говорит: «Вы знаете, я все проверила по цифрам, по датам, это без сомнения подарок вам и послание от Двира». И она говорит: «Я же помню, что я 2 недели назад попросила Бога мне открыть глаза». Очень короткая история. О чем она говорит? Ну, во-первых, это очень глубокую историю рассказал Раф. Во-первых, мы не уходим никуда. Человек приходит в этот мир 5, 10, 20, сколько раз, сколько ему надо. Все его хорошие действия, которые, казалось бы, да, вот такое происходит, они не случайны и не уходящие вообще в ничто. Обязательно есть всему результат, предел, все, мы все. Каждый ответит за все и получит за все. И другого варианта нет. Это такая касса большая, вот такой, мы идем, берем все, а в конце надо рассчитываться. По-любому. И за хорошее, и за плохое. Поэтому, вступая в Бамидбар, вот в пустыню, надо помнить, что с нами Бог, что мы не просто так идем по этой пустыне, что с нами впереди у нас победа. Иногда, когда кажется, что разные поражения плохо становятся для души, для тела,
Ну, значит, так запланировано. Надо тоже улыбаться, идти вперед. Другого пути у нас нет, потому что мы возвращаем вот присутствие Бога, которое было потрачено первым человеком и ушло, мы возвращаем его потихоньку, шаг за шагом, но возвращаем. Брахава ацлаха.